Кабмин страны продолжает оказывать комплексную поддержку агросектору. Только в этом году предусмотрено более 380 миллиардов рублей на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства. На льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты для аграриев сохранилась ставка до 5%. За счет внедрения механизма авансирования в регионах ускорили получение субсидий и трансфертов. Обновляют и сельхозтехнику. Более 5,5 миллиардов рублей направили на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации. Кроме того, теперь стала бессрочной и программа сельской ипотеки по ставке до 3%.